чикагского студента Алана Альшанского вся жизнь была расписана на много лет вперед. Но неожиданно все его планы рухнули. Ты немедленно летишь в Одессу и привозишь оттуда моего кота. Дедушка рассказывал, что Одесса – это что-то невероятное. Вам подходит не свежее, не вкусное и костлявое. Да, что ж вы мне сразу не сказали, что вам на подарок, а? Спасайся давай! Прежде чем открыть какой-нибудь бюст, нужно как минимум его установить. Но в каком смысле 54-й? В самом прямом, 1954 год. Алло, милиция! Здравствуйте. 50. Другой разговор, пожалуйста. Почему в рабочее время не на работе? Она не сможет вам сказать слово «да». Ничего. В конце концов, слова «нет». Она же мне тоже сказать не сможет. Всем оставаться на местах. Кстати, Левис пишется не через «э», а через «е». Улыбка Бога. Или чисто одесская история. Ах ты паразит, родного брата кидай! Скоро в кинотеатрах.